Приветствую вас, дорогие друзья. И у нас сегодня на распаковке две посылочки. Будем смотреть, распечатывать. Значит, одна посылочка у нас оценена в $1. Написано, что охотничий нож. Ну, во-первых, что-то мягкое, во-вторых, ножей я пока не заказывал. Так что посмотрим, что могло прийти. Ага, маска. Да, заказываю такую масочку. Интересно. Края не прошиты, обрезаны. Кривенько, конечно. Ладно, фотографии закину. Покажу фотографии. Что я могу сказать? Кривые края, а так, в принципе, качество более-менее. Продолжим дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас какие здесь чехол. Чехол. Это еще один чехол на мой Samsung. Потому что тот чехол я подарил. Это второй чехольчик на мой Samsung. Что я могу сказать? Прошито качественно. Где нареканий нету. Также скину фотографии, можно будет посмотреть фотки. Как что получилось. Вот так, на сегодня все. Ждем следующих посылок. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем до свидания.